Хорошая новость в социальной сфере. В регион поступят новые кареты скорой помощи и школьные автобусы. Вопрос обновления парка актуален уже несколько лет. И с просьбой о закупке подвижного состава к губернатору неоднократно обращались жители. И вот мольбы услышаны. 27 октября вышло соответствующее распоряжение правительства России. Руководитель комплекса социальной сферы региона Ирина Эрмиш получила задание предоставить список муниципалитетов, которым новые кареты скорой и школьные автобусы нужны прежде всего. Нам будет выделено 48 карет скорой помощи и 20 школьных автобусов. Это гораздо больше, чем в прошлом году. В прошлом году нам, по-моему, Ирина, 31 скорую помощь выделяли, то есть в этом году 48. Это не закрывает все потребности на 100%, безусловно, чтобы не было иллюзий.